Это бокс. Жесткие игры уверенных в себе людей. Даже в тренировочном бою они стараются показать все, на что способны. А способны эти 17-18-летние мальчишки уже на многое. Яркие победы в ряде всероссийских и международных турниров этого года красноречиво говорят о том, на какой уровень вышла боксерская школа магнитогорского спортклуба «Кредо». А вот и наш герой Дмитрий Митрофанов. В настоящее время он находится в Москве, а 23 августа выйдет на ринг абсолютного первенства России в Сочи среди юниоров. Нынешним летом кредовцы получили в подарок от горной академии два летних домика на загородной базе у озера Банное. Рядом спортплощадки, легкоатлетические трассы, эллинг, на пирсе которого океанские яхты. Здесь боксерская школа спортклуба «Кредо» проводит летние сборы. Ребята, а не обидно, что вас называют чижики? Нет, да? А кто называет? Все, если называют чижиками, все нормально. А если пацаны нашего возраста, значит, обидно. Крест цвета, я знаю, что тренерский, так сказать, боксерский в городе вы собрали под свои крылья, так? Это и Джиганшин, и Полунин, и Поляков, эти вот, ну, довольно известные в мире бокса, в российском, да? Вообще, что собрали, это, наверное, немножко неправильно сказано. Он собрался сам. Каким образом? Сначала мы где-то года полтора-два, начал это Константин Матвейчук, президент АО «Кредо». Вот, вели группу на центральном стадионе. Вот, я работал в паре с ним. Тренировали пацанов, отправляли их на соревнования. Вот, и сейчас, когда начались вся эта неразбериха в нашей стране, то есть когда комбинат «Новорудичка» отказался от стадиона, когда мы перестали финансировать поездки, оплату тренерам, вот мы решили открыть свой спортклуб, так как все сами выросли с этого вида спорта. Вот. Сейчас у нас функционирует 4 спортивных зала. Мы взяли, сейчас берем 5-й. Это, ну, в разных местах нашего города, Магнитогорска, города Героя. Вот. Работают в нашем спортклубе 17 тренеров. Работа, много работы. Я слышал, президент вашей фирмы Матвейчук собирается выходить на ринг. А он постарше тебя. Может, тебе пример о чем-то его говорит? Ну да, он во многих случаях показывает, то есть идет первым, показывает пример. Вот. Может быть, посмотрим. Дим, выйдешь, нет, на ринг? Посмотрим. Но если будет нужно. И когда я вот боксировал, я тебя болел очень сильно, кстати. Хочется еще раз увидеть его. Ну, посмотрим, может быть, на следующий. Магнитогорск всегда был городом, где выращивались хорошие боксеры. Целую плеяду высококлассных спортсменов в свое время подготовили тренеры Голяндин, Тараш, Терехин, Джиганшин, Козлов и другие. На самом высоком уровне выступали магнитогорские воспитанники Чижов, Лоскутов, Исмагилов и десятки других хорошо известных в России боксеров. Турниры и сборы щедро оплачивались из профсоюзных касс комбината, треста, из фонда «Горано». Внезапно финансирование прекратилось, и мальчишки, которым поставили удар, но не объяснили, что такое кодекс чести настоящего бойца, вышли на улицу. Чем это обернулось для нас в криминальном плане, знает не только милицейская статистика. Феномен «Кредо» можно объяснить тем, что, во-первых, собрались единомышленники в плане спорта, в плане здорового образа жизни. Единомышленники и жаждущие помочь на сегодняшний день в тяжелых условиях тем, кому, по-прямому говорить, плохо. Плохо это культуре, спорту, здравоохранению, студентам и малоимущим. А может, причина в том, что все они ваши воспитанники? Ну, это тоже не одна, как сказать, лучше даже. Может быть, даже это. Чему вы главному учились? Трудолюбие это одна из черт. Помогать ближнему, поддерживать товарища. Как в песне раньше пела, друг мой, третье мое плечо. Так и здесь, по жизни. У них широкие плечи, да? Ну, сейчас. Может быть, не очень широкие, но крепкие. Это самое главное. Здоровье есть, смекалка есть, ум есть, образование есть. Работают, помогают все этому. Ну теперь они уже вам подставили плечо свое, так получилось? Да.
теперь мне. Из опыта близких друзей знаю, настоящий серьезный боксер после тренировки не способен ни на какие агрессивные действия, как говорится, в общественном месте. Высовываются обычно те, у кого на ринге ничего не получается. Магнитогорские Мишки Квакины – это те, кого спорт отторгнул по причине морально-нравственной несостоятельности. Ринг высвечивает, как на рентгене, души цельные и наоборот. Как быть с отторгнутыми? Это тема для следующего сюжета. А пока завершим этот. Вот вы называете, мне очень понравилось этих ребят, чижиками маленьких. Так вот, вот боксы, что они постигают прежде всего? Умение нападать или обороняться? Ну, я могу сейчас сказать, что они только обороняются. Нет, ребята, конечно, мальчишка есть мальчишка, он может, конечно, и сам ударить, но он просто так не ударит человека, он просто так не нападет. Только может ответить. Но, с другой стороны, можно защитить себя, просто себя, защитить свою девушку, защитить любого слабого человека. Вот само название фильма «Кредо», то есть «Жизненное кредо», вы доказываете некую позицию жизненную. Вот в двух словах, в чем он заключается? Человек должен быть порядочным, добрым. Чище порядочным. Если предприятие кредо занимается серьезно производством, коммерцией, финансами, то спорт должен мешать, потому что он занимает не только средства, отвлекает, но и время. Мы немножко по-другому смотрим. Я, знаете, как отвечу вам? Дело в том, что все, практически все, кто работает в кредо, все вышли с бокса, там, из бокса. Мало кто занимался другими спортом. И поэтому спорт, конкретно бокс для нас не просто как спорт, это для нас то, что нас объединило, объединило в кредо. Это наше убеждение, все мы вышли из бокса, все мы практически все тренировались лучше ганшами. Поэтому мы на бокс смотрим как, ну, отдаем ему дань. Если бы не было бокса, мы бы не встретились, не было бы кредо. А если были шахматы? Ну, мы были бы немножко другими. Это называлась бы ваша фирма «Белая ладья», так, например, да, поэтично. Да, или «Черная лошадь».